Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов. Соломон Александр Харт. Праздник Симхат Тора в синагоге Ливорно. 1850 год, холст масла, 141 на 174. Соломон Александр Харт был первым евреем, принятым в Королевскую академию художеств Англии. Он родился в Плимуте в семье ювелира и на протяжении всей жизни наблюдал религиозные законы. Сюжеты из еврейского быта, которым посвящено большинство его картин, были благосклонно приняты публикой. Во многих полотнах Харт пытался соединить национальную приверженность с пиететом британской культуры. Эта работа создана во время путешествия в Италию. Мастер по обычаю 19 века совершил гранд-тур, образовательную поездку по городам Европы и в первую очередь Италии, где можно было познакомиться с античным наследием. Однако, как ни странно, вояж привел его к сюжету, связанному с родным бытом. Кроме зарисовок интерьеров флорентийских церквей и собора Святого Марка в Венеции, Харт привез эскиз интерьера синагоги в Ливорно во время Симхат Тора, буквально «радость Торы» в кавычках. Это праздник, посвященный завершению годового цикла чтения Пятикнижия, послужившей основой для представленной картины. Изображенная синагога построена в 1591 году. В 19 столетии она поражала своим декором и, возможно, являлась самой красивой среди итальянских синагог, для которых вообще характерна роскошь убранства. Художник подчеркивает экзотичность и яркость праздничных нарядов итальянских собратьев по вере, по всей видимости, значительно отличавшихся от одежд его земляков. Ну, вот такое описание к работе Соломона Александра Харта «Праздник Симхат Тора в синагоге Ливорно» я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания, до новых встреч.